Со слов персонала, это было неадекватное поведение бабушки. Бабушка, то есть внука и того же мальчика, волокла к выходу в гневе. Но внизу, когда стоял охранник у нас Виталий, он сразу же пошел за управляющей, подошла управляющая, остановили кровь. Подошли, получается, с кассы у нас Анна подошла, также с гардероба подошла у нас женщина, вот, Наталья. И они, получается, мальчика перекрыли от этой бабушки, а управляющая в данный момент останавливала внуку кровь. Я его забрала от нее, он его всего трясло, естественно. Долго в себя приходил? Ну там потом уже его из гардероба тоже женщина вылила, что пытались сюда, она нас не пускала, она их провела, мальчика забрала, провела, нашли маму, вышли уже с мамой. Ну в смысле, одна бабушка тут такой террор устроила? Да. Кто вызвал полицию? Полицию мама мальчика, которого бабушка притащила сюда. А вы не пытались, там, не знаю, как-то решить ситуацию? Бабушка была на диком нервном срыве. То есть она просто кричала, ничего не понимала. Там мама ребенка разговаривала с ней спокойно, пыталась уладить конфликт. Это ничего не копировало. Ну, как можно сказать? Ну, что она делала? Она орала, бросалась на мальчика, на эту же, на маму его тоже.